Я держу в руках самый лучший шакл, который только существует. Его происхождение – советская армия. Конструкция простая и очень надежная. Чтобы открыть шакл, нужно просто потянуть за палец. Здесь фиксирующая скоба. Закрыть шакл элементарно. Скоба не подводит. В большую дугу можно одеть свободно. Два уха корозащитки. Секунда на застегивание. И что особенно приятно, секунда на расстегивание. В отличие от шаклов с винтовым пальцем. Очень рекомендую, если кто где найдет. Мне за идею один пришлите, пожалуйста. Есть шакл поменьше. Вот он используется для лебедки или там, куда нельзя вставить большую дугу крупного шакла. Принцип тот же. Разомкнули, замкнули. Работает в грязи, в песке, в глине без проблем. Ну и недавно мне удалось раздобыть тоже военный шакл, но еще меньше. Не знаю его нагрузки, тут немножко другая система крепления пальца. Выполнено все надежно, качественно. Проверим, что он сможет. Вот такой шакл мне удалось повредить однажды, потому что было вот так вот застегнуто, застегнут палец был не до конца. Такой шакл, по-моему, порвать еще не удалось никому. Не то что порвать, а даже деформировать. Еще забыл одну удобную вещь показать. Палец никуда не девается, висит на стяжке, на проволочке. Это очень удобно.